Весь вопрос будет о том, что мы можем делать, какие операции и как мы можем делать, если мы нестандартно хотим закодировать с помощью нулей и единиц натуральные числа. Ну, там, обычно от нуля до 2 в степени n минус 1 для какого-то n. Собственно, когда и как применяются нестандартные способы кодировать числа? Ну, можно так, для общего контекста, привести какое-то количество разных примеров. То есть, с чего мы начнем, код Грея, он возникает в ситуации, когда мы целые числа хотим не только хранить, но и передавать, в первую очередь. Ну, во всяком случае, исторически он возник в такой ситуации. И что такое код Грея? Код Грея — это когда мы хотим, чтобы два соседних числа, коды двух соседних чисел отличались ровно в одной цифре. То есть, допустим, когда мы считаем, мы говорим там, вот мы прибавили единичку, и у нас произошел перенос. Мы говорим, ну тут есть два соседних числа, отличаются в трех цифрах. Это плохо, невкусно, мы так не хотим. А в коде Грея будет так, что два соседних числа отличаются ровно в одной цифре. Почему это может быть удобно? Ну, на самом деле это может быть удобно, потому что синхронизация это тяжело, или очень тяжело, это как повезет. И еще бывает такая вещь, как дребезг при переключении. То есть, если вы пытаетесь передавать цифровой сигнал, то, скорее всего, вы пытаетесь его передать откуда-то куда-то, и это электрический уровень, то есть больше 1,5 вольта или меньше 1,5 вольта зачастую, ну или другие уровни, там, стандарты разные. Но если у вас приемник и передатчик имеют свои часы, то это означает, и если вы постоянно именно поддерживаете значение на линии, то в момент переключения, если вы переключаетесь вот так, в принципе, может оказаться, что у вас небольшая рассинхронизация того, кто в какой момент изменяет или считывает бит. То есть при таком переключении есть риск, что у вас будет состояние, может быть, что будет состояние считано 0, 1, 1, 1, а может быть, что будет состояние считано наоборот. Ну, заметьте, ну и то получены комбинации каких-то цифр здесь. И это может быть, скажем так, очень неудобно, потому что у вас небольшая рассинхронизация, а у вас уже значение улетает куда-то совсем далеко. Это неприятно. Кроме того, чтобы совсем никому мало не показалось, в некоторых конструкциях возможна ситуация дребезга. То есть вы переключаете 0 в 1, и когда процесс сойдется, у вас был 0 стабильно, стало 1 стабильно, но в процессе может быть какой-то небольшой шум, который означает, что у вас, ну, вот у вас уровень отсечки, вот у вас процесс переключения, и у вас несколько переходов между нулем и единицей. Таким образом, вот эта проблема может проявить себя так разнообразно. И вы этого хотите избежать. Поэтому вы можете хотеть нестандартное кодирование чисел и при передаче, и при выполнении операций. Ну, в принципе, это не единственная причина, почему люди в разных ситуациях хотят кодировать числа как-нибудь хитро при операциях и при передаче. Например, есть современные быстрые варианты Ethernet'а хотят следующего. Хотят, чтобы нулей и единиц было примерно поровну в коде. Ну, то есть, если вы гоните одни нули, то есть, если вы гоните число 0, и оно записано в бинарной нотации, и вы постоянно говорите 0,0,0,0, то у вас и на линии будет постоянно 0, низкий уровень сигнала. Но в некоторых ситуациях вы очень не хотите этого, потому что у вас сигнальный провод, и вы бы хотели, чтобы по нему то в одну, то в другую сторону все шло, и не накапливался ток в одну сторону. Например, если у вас фильтр в виде конденсатора физического, то когда у вас ток в одну сторону, то он себя ведет сильно не так, чем когда у вас идет колебание, то 0, то 1. И на самом деле для Ethernet используется кодирование, где с одной стороны баланс, а с другой стороны дополнительное требование, чтобы не было слишком много одной цифры подряд. И по этой причине люди иногда хотят каких-то странных, нестандартных кодов. В принципе, это тоже еще не все.
Еще одна естественная причина хотеть странный нестандартный код, и, ну, опять же, с большим количеством знаков, чем минимально формально необходимо. Это если некоторые люди зачем-то хотят получать то же самое, что они записали исходно, даже если произошла какая-то мелкая одиночная ошибка. Потому что когда у вас много мелкой электроники, имеется очень много разных способов случайно прочитать не то же самое, что вы туда записали. И это будет редкое событие, но бывает. И поэтому бывают коды с исправлением ошибок. Ну, то есть вы пишете больше, там, в самом грубом случае вы пишете одно и то же 3 раза подряд. И далее проводите голосование, какой из вариантов набирает большинство. То есть если у вас что-то изменилось в одной из копий, то 2 другие покажут вам, что на самом деле надо прочитать. А 2 копии испортятся уже реже. И там... Есть еще более сложные, конечно, причины использовать нестандартный код. Например, когда вы делаете сжатие, вы можете говорить, что редкие символы вы кодируете длиннее, чем частые. Вы можете пытаться сказать, что редкие комбинации символов вы кодируете длиннее, чем частые. Там имеются коды Хаффмана, коды Лемпеля-Зива и еще более сложные вещи. Но это уже другое в том смысле, что это кодирование не отдельных значений, а потока значений. А в курсе мы на самом деле будем в основном смотреть на кодирование отдельных значений и выполнение операций над закодированными значениями. И кроме того, как мы будем обычно говорить о операциях? Ну, мы будем говорить, что у нас, что мы вот превратили каждое целое число в строку 0 единиц, и потом мы хотим что-нибудь с ней сделать, обычно прибавить 1, и мы будем спрашивать, сколько мы прочитали и сколько мы изменили при этой операции символов. Причем нас будет интересовать худший случай, потому что вот двоичная запись, она как устроена, обычная, нормальная двоичная запись, что в половине случаев мы прочитали нолик в последней позиции, записали туда 1 и успокоились. И в среднем, при двоичной записи, в среднем читается и изменяется меньше 2 символов. Ну, потому что чем больше изменения, тем реже оно бывает. Но мы будем рассматривать худший случай, а с точки зрения худшего случая бывает перенос, который требует от нас прочитать и изменить все число целиком. Так, ну, это была такая вводная часть и контекст. Теперь я начну рассказывать разные вещи про коды Грея. Да, не стесняйтесь спрашивать, разумеется, не стесняйтесь спрашивать, если у вас есть сомнения, правильно ли вы что-то понимаете, или если нету сомнений, что что-то не понимаете, то, конечно, спрашивайте. Ну и кроме того, если вам кажется, что я там обхожу какой-то естественный вопрос, то тоже не стесняйтесь спрашивать. В том смысле, что я хочу рассказать в этом курсе конкретные вещи, но то, что я точно хочу рассказать, я могу на самом деле рассказать за час. А то, что я считаю как-то странно не рассказать, если уж это рассказывать, это еще на час. А остальное я просто выбрал что-то, что мне показалось естественным. Но если будет какой-нибудь вопрос, который мне покажется интереснее, то, может быть, я решу, что надо его разобрать подробно, а что-то из того, что я случайным образом выбрал, можно просто опустить. Так что не стесняйтесь спрашивать. Ладно, так, что такое код Грея и откуда он идет в свою историю и как он делается? Так, по определению, код Грея – это способ записать числа от 0 до 2 в степени n минус 1. Ну, там, желающие могут, конечно, говорить, что от 1 до 2 в степени n, но так как мы сравниваем с двоичной нотацией, то там n битов это от 0 до 2 в степени n минус 1, и поэтому я и везде буду говорить от 0 до 2 в степени n минус 1. И мы использовали точно ровно n битов, ну, то есть битов, символов 0 и 1, двоичных цифр, неважно. И при этом требование кода Грея –
прибавление единицы меняет ровно один символ. Так, ну там, поднимите руки, кто на самом деле знает про коды Грея и умеет их строить. Угу. Так, проблема, то есть некоторые все-таки знают, ну хорошо. Но я постараюсь там все-таки показать разного контекста про них тогда. Да, вам придется смириться, что я буду, естественно, рассказывать про коды Грея. Да, итак, ну, во-первых, бывает ли вообще такое? Ну, да, бывает. Фокус. В левой колонке написаны стандартные двоичные коды, ну, от 0 до 15 и снова переход обратно в 0. Полужирным шрифтом выделены только что изменившиеся цифры в каждом переходе. Справа сделан тоже счет с помощью стандартного кода, наиболее стандартного кода Грея, который бывает для четырех символов. И там при аккуратном рассмотрении можно убедиться, там, ну, с одной стороны, вот я выделил, что каждый раз меняется ровно один символ, с другой стороны, можно убедиться, что каждый код встречается ровно один раз, и можно убедиться, что да, что это такой вот способ закодировать. Там. Откуда идет история кодов Грея? Ну, они названы в честь Фрэнка Грея и идут. Там, я не знаю, является ли это самым часто цитируемым патентом, который цитируется в научных работах, но когда говорят о кодах Грея, цитируется патент 1953 года, где описывается эта конструкция для применения как раз вот в ситуации, как я говорил, когда у вас имеются несинхронные изменения на разных каналах, и когда вы хотите постоянно передавать значения. Ну, здесь я просто привел пример для четырех. В принципе, из того, что я смог что-то построить для четырех, никаким образом не следует, что я смогу это построить там для 5, для 15 и так далее. Ну и можно спросить, как быстро и эффективно построить коды Грея для большего количества измерений. Ну, кстати, почему я говорю измерений? Потому что можно можно сказать, что, ну, что такое двоичные коды. Если у нас имеется 4 нолика и единички, ну это просто четырехмерный гиперкуб. У нас имеется 4 измерения, и в каждом направлении бывает нолик и единичка. Ну, там, если было бы 3, было бы совсем хорошо. Это был бы вот. Слева это кубик, и вот у нас имеется кубик, у которого имеется 3 направления. По каждому бывает 0 и 1, у нас имеются вершины кубика, а, соответственно, код — это мы идем по стрелочкам между вершинами. Ну, с гиперкубом хуже, тут имеется 4 измерения, а в физическом пространстве пространственных измерений, ну, наблюдаемых человеком, вроде бы все-таки 3, и поэтому приходится проецировать, и я просто говорю, что вот длинная там, вот эти вот длинные стрелочки — это проекция четвертого измерения. Так же, как вот эта диагональная стрелочка — это проекция третьего измерения, при том, что у меня экран, разумеется, плоский. Вот так будет вот так на самом деле выглядит код Грея, который я вывел перед этим в таблице. И здесь видно, что происходит. Что я там, если у меня был бы только 0 и 1, то я бы просто переключался между 0 и 1 и обратно. Если мы рассмотрим вот одну грань куба, то я переключаюсь между нулем и единицей, потом иду вверх, а потом прохожу тот же путь между нулем и единицей, но в противоположном направлении. Если у меня имеется полный кубик, то я делаю вот эту вот букву S, потом перехожу на заднюю грань и делаю ту же самую букву S в противоположном направлении. И на самом деле эта конструкция действительно обобщается, и можно показать, как она устроена в большей размерности. То есть, что значит, что эта конструкция обобщается?
Это, то есть я говорю следующее, что если мне надо построить код для одного бита, ну для одной цифры, для n равно 1, то я пишу просто вот так. А если мне надо построить для, ну, я не знаю, там, для n плюс 1, то я сначала говорю, припишем слева 0 к каждому коду для n, и это мы пересчитаем от 0 до 2 в степени n минус 1, разумеется. А потом будем приписывать единицу слева к кодам для n, только в обратном, перечисленным в обратном порядке. Так. То, что я пишу на доске, всем видно? Или это уже слишком низко сейчас будет? Я, в принципе, не пишу ничего, что не говорю. Кодом для n в обратном порядке. Ну, в принципе, так, я, конечно, что-то там написал, и, наверное, эту конструкцию можно реализовать, и, наверное, получится какой-то код. Ну, полезно проверить, что это действительно будет код Грея, что у меня это перечисление будет содержать 2 в степени n плюс 1 различных кодов, и что действительно соседние всегда отличаются только в одном знаке. Ну, во-первых, разумеется, это, если доказывается это по индукции, то есть в качестве... база очевидна, в качестве предположения индукции мы говорим, что для n у меня конструкция правильная, и у меня, я действительно перечисляю 2 в степени n кодов с приписанным нулем, и потом 2 в степени n кодов с приписанной единицей. Вроде должно получиться 2 в степени n плюс 1 разных кодов. А почему у меня будет все хорошо с изменениями? Ну, потому что если я внутри блока с нулем в начале, или внутри блока с единицей в начале, то понятно, что происходит. Там у меня по предположению. А когда я перехожу, то я либо перехожу в максимальном коде, который остается на месте, потому что сначала я в прямом порядке перечислял, а потом буду в обратном. То есть у меня с максимального кода закончилось первое перечисление, с максимального кода начнется второе. Или это то же самое, только происходит на минимальном коде. И таким образом меняется только первый символ. Это конструкция, да, таким образом получается действительно код Грея для следующего размера. Эта конструкция называется отраженный код Грея, ну, двоичный отраженный код Грея иногда, и, как кажется, является наиболее распространенной, хотя имеет некоторые недостатки, о которых скажу чуть позже. Так. Да. Понятно ли, что такое код Грея, почему код Грея существует для любой длины? Хорошо. Кстати, можно убедиться, что здесь у меня на самом деле это был именно двоичный отраженный код Грея. То есть, что вот у меня что-то шло до середины, вот я поменял первый знак, и у меня последние три цифры здесь внизу и вверху, они идут в противоположном порядке. Хорошо. Теперь,
Ну, это все, конечно, такое построение, это хорошо, но видно, в чем недостаток такого определения. В том, что мы строим последовательность кодов Грея как один единый неделимый объект. Ну, то есть, когда мы хотим реально увеличить код Грея, нам бы не хотелось у нас вроде бы как всего лишь n знаков, и не хотелось бы быть обязанными выписывать все 2 в степени n варианта только для того, чтобы выбрать какой один знак из n изменить. Это как-то сложно, долго, лениво же. Поэтому хочется спросить, а есть какие-нибудь более разумные способы? Можно ли это действительно все сделать локально? Так, в каком порядке я собирался это говорить? Ну да. Ну хорошо. Давайте действительно попытаемся переводить из нормальной записи, из стандартной двоичной записи, в коды Грея, не выписывая всю последовательность, а потом уже из этого будем пытаться получить какие-то другие, все остальные операции. Из тех, кто не знает, как это все делается, какие есть идеи, как можно было бы перевести из стандартной двоичной записи в код Грея разумным способом? Если в первой половине, то получается первый символ, а если во второй половине, то первый символ единицы, дальше снова пополам. Ну да, правильно. То есть если мы находим. Ну тут главное аккуратно не забыть еще, что если мы во второй половине, то не только пополам, но и надо вычесть из половины максимального значения. То есть действительно, если у нас имелась стандартная бинарная нотация, если у нас k строго меньше, чем 2 в степени n минус 1, то мы пишем 0, и дальше здесь мы пишем код Грея, код для k. Так, это видно или на этой доске плохо видно? И здесь мы пишем код для k длины n минус 1. А иначе мы пишем единица, и здесь мы пишем код для 2 в степени n минус 1 минус k, ну и опять длины n минус 1. Да, вот у нас такая операция. С одной стороны, что приятно в таком определении, что теперь мы уже действительно можем, не занимаясь ерундой, взять двоичную запись и просто ее перевести в код Грея таким проходом. И это очень удобно. С другой стороны, здесь нам надо будет выполнять все-таки полноценные арифметические операции. И если еще проверку в первой мы половине или во второй мы реализуем, естественно, просто посмотрев на старший бит, то пока в этом определении у нас имеется вычитание, которое в общем случае является арифметической операцией. Арифметические операции на длине n, это надо реально же что же, посмотреть на все n битов на каждом шаге. На самом деле нет. Это действительно ли необходимый первый шаг? Потому что если пытаться его перескочить, то ошибка гарантирована. Но давайте теперь попытаемся сделать следующий шаг и попытаемся это переформулировать уже более локально. Что у нас получится, когда мы начнем это переформулировать более локально? Это интересный, хороший вопрос. Что мы вычитаем на самом деле из степени двойки. И эта степень двойки, если мы говорим в двоичной нотации, это вот эта вот степень двойки, это все единички. Поэтому, то есть реально это означает, что мы вычитаем какое-то число длины n из
числа, которые записываются n единичками, переносов быть не может. Таким образом, на самом деле, мы можем здесь улучшить наш процесс. Мы можем сказать, что у нас код, что если k больше либо равно, чем 2 в степени n минус 1, то у нас 1, а дальше код для инвертированного k. Мы все единички заменяем на нолики, нолики заменяем на единички. Что, конечно, уже несколько удобнее. Особенно, если мы вспомним следующий шаг, который мы можем сделать, такой. Мы можем вспомнить, что, вообще говоря, мы не обязаны каждый раз инвертировать все k. На следующем всю запись k. На следующем шаге нам понадобится только старший бит. Поэтому мы можем помнить, сколько раз нам надо перевернуть еще. Ну, то есть, точнее, четное или нечетное число раз нам надо перевернуть. И таким образом мы помним четность, нам надо перевернуть или нет. И мы помним, и мы выписываем просто побитный ответ, потому что мы реально переворачиваем только текущий бит, который нас реально интересует. Так, это так. А можно ли это все еще как-нибудь упростить, чтобы не хранить отдельно счетчик, а только вот читать вход и выписывать ответ, пользуясь только таким вот указателем на текущий бит? Кто-нибудь из тех, кто не знает? Это правда. Но нам надо. Вот здесь имеется тонкость. Вот нам надо знать, сколько было единичек до него в чем? В исходной? Правильно. Нам надо знать, сколько у нас было единичек до него в выводе. И дальше возникает следующая ситуация, что можно посмотреть, как взаимодействует количество единичек до с тем, что у нас, собственно говоря, написано во входе. И выясняется следующее, что если у нас имеется... То есть на самом деле, как можно сказать, будет ли у нас инверсия, глядя только на предыдущую цифру. Потому что ситуация такая, что если у нас был 0, и было четное количество переворотов, то у нас и дальше будет четное количество переворотов. Если у нас был 0 и было нечетное количество переворотов, то мы его перевернем, и он сработает как единичка, и у нас опять будет четное количество переворотов. Таким образом, на самом деле количество, счетчик, который у нас будет, он реально будет копией предыдущей цифры. Там. Понятно, почему это происходит. А вот потому что единичка, она меняет счетчик только если он был четным. Ноль меняет счетчик только если счетчик был нечетным. И таким образом каждая цифра гарантирует, что на следующем шаге счетчик будет такой, какая эта цифра. Так. Если это непонятно, то вот здесь лучше протестовать, спрашивать и так далее. И таким образом получается, что реально код Грея можно построить, просто выписывая нолик, если эта цифра совпадает с предыдущей, самое левое совпадает или не совпадает с таким неявно присутствующим слева от числа нулем. То есть первый символ копируется, а дальше пишется нолик при совпадении с предыдущим знаком, и единичка при несовпадении. Вот здесь, например, 1101, единичка переписывается, эта единичка совпадает с предыдущей единичкой, и здесь получается нолик. Этот нолик не совпадает с предыдущей единичкой, получается единичка. И эта единичка не совпадает с предыдущим ноликом, и получается здесь единичка. Поэтому на самом деле имеется
То есть имеется способ читать, писать код Грея, только просто идя по числу и все выписывая. Ну и там, это, если говорить, что мы умеем делать битовые сдвиги, ну тогда можно еще сказать, что мы делаем битовый сдвиг на единицу и складываем без переноса по модулю 2, ну то есть перенос просто игнорируется. Можно еще так сказать, но это уже издевательство. А главное, отличается или не отличается. И, ну, это там треть того, что нам хочется. Так, все ли поняли, как мы переводим из обычной записи в код Грея? Хорошо. Это примерно треть того, что нам хочется. Потому что на самом деле хочется нам все-таки не только переводить в одну сторону. Потому что если нам хотелось только переводить в одну сторону, не хотелось бы ни увеличивать, ни переводить обратно, то мы могли бы все переводить в нули, а какая разница? Все равно мы с этим ничего сделать уже не можем. Нам все-таки хочется уметь переводить в обе стороны и хочется уметь прибавлять единичку. Поэтому, ну хорошо, давайте посмотрим, как переводить в обратную сторону. Есть ли какие-нибудь идеи, как код Грея, как имея код Грея, получить стандартную двоичную запись? Мне кажется, надо смотреть на количество, на четность количества единиц до нашего символа. Ну и, соответственно, если четное, то все эти. Не ксолить, если не четное, то все эти. Ну, строго говоря, если вы хотели сказать инвертировать, потому что если говорить ксорить, то вы просто ксорите счетчик с текущим битом. Да. Но действительно, нам надо. Ну, нам надо что получить? Нам надо получить ответ. Такой, что разница ответа, ну, там, что разница ответов для двух соседних будет как раз то, что мы видим в коде Грея. И действительно, это просто. Это нам надо просто считать четность до текущего бита включительно, до текущей цифры исключительно. Ну, можно вот здесь посмотреть, что нолик, он и есть нолик. Нолик с единичкой дают единичку. Сейчас я не в ту сторону считаю, стоп. Нолик он и есть нолик, нолик с единичкой дает единичку, 0, 1, 0 дают, соответственно, опять единичку, ничего не изменилось. И последняя единичка 0, 1, 0, 1. И у нас получается как раз последний нолик, потому что 2 единички четные. Ну, действительно, здесь уже в каком-то смысле чуть хуже, нам все-таки нужно помнить четность на текущий момент. Да? Можно же использовать то же самое, если у нас есть как бы. Если мы у нас есть нолик, то мы пишем ту же цифру, которая была предыдущей, а единичка, то пишем обратно. А беда в следующем, что вот у нас бывает сумма по модулю 2 нарастающим итогом, бывает сумма по модулю 2, которая смотрит только на предыдущий бит. И это беда заключается в том, что они, каждый из них не обратно самой себе. Эти операции обратно друг к другу. Ну, то есть, глядите, давайте посмотрим аккуратно. То есть, вы предлагаете производить ту же самую операцию, которую мы делали в прямом направлении, так? А давайте попробуем. Что вот у нас имеется, допустим, ну, я не знаю, там, все единицы. Что, куда они перейдут? Они перейдут... Так? Нет, я говорю при прямой операции. А, если мы складываем соседние по модулю 2, то они перейдут вот так. Если мы обратно попытаемся перейти, опять складывая соседние по модулю 2, то у нас это локальная операция. Ну, это локальная операция, поэтому здесь у нас уже опять пойдут нолики. То есть это получится 1, 1, 0, 0. Ну, и другими словами, это, глядите, идея следующая, что если вы смотрите только на какие-то соседние цифры, ну, на несколько соседних цифр, то если у вас была длинная строчка из единичек, то у вас получится строчка 1 и все нули. А если у вас была длинная строчка из ноликов, то у вас будет строчка 0 и все нули. И нужна какая-то операция, которая учитывает вот эту вот первую единичку где-то там слева, учитывает ее, когда мы считаем в хвосте. То есть мы не можем смотреть локально.
Потому что нам надо строчку 1 и строчку 0,0,0,0 отличать, когда мы рассматриваем последнюю цифру, у которой довольно много соседей одинаковые в двух числах. Я предлагаю смотреть на последнюю цифру того числа, которое мы пишем. Если мы говорим про последнюю цифру того числа, которое мы пишем, да, тогда да. То есть мы действительно этот счетчик можем совместить с выводом, это правда. Просто по разным причинам там совмещение еще, ну, грубо говоря, читать свой вывод, это означает, что там это немножко усложняет операции в разных ситуациях. Потому что если мы вообще читаем только вход, то вход мы не можем не читать, значит выход мы можем отправлять не читая. Это, конечно, правда, что писать и не читать, что вы пишете, очень часто плохая идея. Но, к сожалению, в электронике это иногда быстрее. Поэтому это, такие два подхода разные. Да. Но вы действительно правы, что если мы можем читать свой выход, то это хорошая идея. Как ни смешно, иногда как раз делают не так, просто по той причине, что если мы хотим посчитать четность, то мы можем ее как посчитать? Что вот мы хотим посчитать четность вот в таком вот куске, да? Ну, мы там поделим его пополам, посчитаем как-то здесь, посчитаем здесь, сложим. И выясняется, что то, что вы говорите, оно делается за меньшее количество операций, чем сделать так везде, но при этом работает медленнее. Ну, просто потому, что вам нужно дойти по порядку, а здесь вы можете сделать часть работы параллельно. Но это уже детали реализации, речь не о них. Я просто объясняю, почему я там сразу не понял, что вы сказали. Да, я ошибся, я неправильно вас понял. Да, но вы правы, да, тоже хороший метод. Так, ну, хорошо. Мы научились там полутора способами переводить из кода Грея в двоичную нотацию. Так, здесь какие-нибудь вопросы есть? Хорошо. Ну, теперь у нас имеется, естественно, опять следующий шаг, следующий вопрос. Что теперь, когда мы умеем переводить туда и обратно, хотелось бы научиться прибавлять единичку. При этом, естественно, ну, с одной стороны, как можно прибавить единичку? Можно, конечно, перевести в стандартную запись, прибавить там единичку и перевести обратно. На самом деле это будет даже не так плохо, потому что, ну, что нам придется? Ну, хорошо, нам, конечно, придется для этого прочитать все для того, чтобы перевести, потом прочитать все для того, чтобы прибавить единичку, и потом еще раз прочитать все, чтобы перевести обратно. Но на самом деле способы лучше, чем один раз прочитать все равно нету. А так, а скорее там приходится читать все даже два раза. Ну, зависит от того, как вы интерпретируете читать все. Поэтому, ну, какая разница? В принципе, да, способ хороший, но можно попытаться понять, а что вообще при этом произойдет, и как это сделать напрямую. И на самом деле, опять же, так же, как когда мы строили код Грея, мы сначала посмотрели там самую лобовую интерпретацию того, что мы творим, а потом уже начали говорить, ну понятно, что здесь получится. Так же и здесь. Давайте посмотрим, а что мы можем понять про операцию, перевести в стандартную запись, прибавить единичку там и перевести обратно. Какие у нас вообще бывают случаи при прибавлении единички в стандартной записи? Так, сейчас, это я сотру, наверное. Какие у нас, там, сколько, по-вашему, существует, ну, там, заметно различных случаев при прибавлении единички? Да, это два. Но на самом деле я буду различать три случая. А сейчас, а почему четыре? Какие четыре? Нет, может быть, лучше четыре, кстати. Нет, количество цифр меняющихся. Ну, в смысле, вы имеете в виду, которые что если у нас четырехбитный счетчик, да, n. На самом деле я, пожалуй, буду все-таки
Как ни смешно, я скажу, что количество цифр изменяющихся не всегда мне достаточно, что когда меняются все цифры, я все равно скажу, что это два разных случая, а при этом мне все равно меняются три цифры или две, если всего их больше четырех. Поэтому я буду рассматривать следующий случай, что что-нибудь 0 единички, и, быть может, что-нибудь не важно, или это может быть первый 0, это мне не важно. И, наконец, случай, когда все число состоит из одних единичек. То есть, на самом деле, когда у нас все число состоит из одних единичек, у нас происходит переполнение, и мы возвращаемся в 0. И из-за того, что это, переполнение, перенос в никуда, который теряется, из-за этого я это назову отдельным случаем. И для кода Грея, на самом деле, это удобнее это вынести в отдельный случай. Ну хорошо, давайте теперь будем изучать, как эти случаи выглядят для кода Грея. Что такое вот этот вот случай? Это значит, что последняя цифра 0. Это значит, что у нас сумма всех цифр по модулю 2 в коде Грея должна быть четна, потому что последний нолик получается как сумма всего по модулю 2. У нас же была сумма нарастающим итогом. Так. Соответственно, мы говорим, если единичек четное число, то что мы делаем? Мы замечаем, что мы меняем вот этот вот последний нолик на единичку. Но этот замена последнего нолика на единичку никак не может повлиять на то, что на все цифры, которые до него. Это просто обращает последний знак в коде Грея. Хорошо. Теперь следующий вариант. Как выглядит вот эта ситуация? Здесь у нас, пока мы внутри этого блока единичек, у нас идут сплошные нолики, потому что соседи одинаковые, так? Код Грея соответствует какой? Что здесь что-нибудь вместо x, что-то, x соответствует нулю, мы не знаем, это может быть 0, это может быть 1, это зависит от предыдущей цифры. Если она. И дальше у нас идет единичка вот на этой границе. И дальше идут нули. То есть, что это означает? У нас имеется самая правая, самая младшая единичка, и слева от нее как раз тот самый. Да, а что произойдет, когда мы прибавили единичку? У нас здесь будет 1, а здесь все нули. У нас будет x изменится на противоположное. Здесь была граница 0,1, а будет 1,0. Но это то же самое для кода Грея. А здесь у нас внутри блока, у нас был блок единичек, блок нулей, какая разница? Замечательно. Таким образом, мы видим, что мы меняем цифру. Слева от самой правой единички будет таковая цифра вообще случиться, если слева от самой правой единички что-то есть. Иначе мы меняем слева от самой правой единички. А что значит, что самой правой единички нет? Это значит, что мы взяли это, прибавили и получили 0. И тогда мы перешли. Это всегда одно и то же. Мы перешли из состояния 1 все нули в состояние все нули. И поэтому мы говорим, а если там ничего нет,
то обнуляем самую правую единичку. Самую правую единичку. Которая заодно является самой левой один, единственной один, и самой левой цифрой, и далее по списку. Хорошо. Так, понятно ли, почему такая процедура позволяет нам прибавлять единичку в коде Грея? Хорошо. И теперь, собственно, в чем наше... Теперь мы можем посмотреть, что называется, а сколько стоит такая операция. Мы, ну, понятно, нам в любом случае надо прочитать все биты, потому что нам для того, чтобы хоть что-нибудь сделать, надо понять, правда ли, что количество единичек четно. И тут уже как не выкручиваться, а все равно надо посмотреть на все биты. Но зато меняем мы только один бит. То есть если у нас запись нам почему-то очень дорога, а чтение не стоит дешево, то тогда это, конечно, огромное улучшение. Ну и, например, запись очень дорогая как раз в исходной задаче. Когда у нас есть несколько параллельных линий, и мы не умеем синхронизировать, то запись дорога просто потому, что она создает риск. А чтение, ну что там чтение, померили и все есть. Хорошо. Ну, на самом деле, там, если смотреть, а как это делать, то когда мы складываем, то можно запоминать каждый раз, где у нас там самая правая единичка, которую мы уже видели. И тогда проблемы не возникнут. Ну, на самом деле, да, мы вот запоминаем, если я говорю, мы запоминаем, где у нас самая правая единичка, можно спросить, а что случится, если самой правой единички вообще нет, если у нас все нули? Но тогда мы на нее и не посмотрим, потому что если все нули, у нас первый случай, нам все равно. Ну и таким образом надо один раз пройтись по числу, а потом перейти в то место, которое мы запомнили, и что-то там сделать. Хорошо. Вот это называется действительно, там, как я уже сказал, двоичный отраженный код Грея. Отраженным он называется, потому что мы в середине меняем порядок того, что у нас происходит во второй половине. Ну, нет, не во второй половине, меняем порядок того, что у нас происходит в хвосте числа. И это такой код. Ну, теперь можно, естественно, спросить, а насколько этот код единственный? Ну, во-первых, там, какой самый простой способ сказать, что это не единственный способ построить код Грея, формальный, да. Можно взять все эти коды и обратить. Да, можно их все сдвинуть. Можно их обратить. Да, есть циклические сдвиги. Да, на самом деле обратить – это вещь обобщаемая. Можно просто сложить их по модулю 2, без переноса, с произвольной маской. То есть можно обратить только какие-то конкретные. Следующий ход, разумеется, что можно перетасовать биты. То есть от того, что какой-то бит второй, а какой-то третий, наша конструкция не очень пострадает, если мы их поменяем и, соответственно, поменяем все процедуры, которые просто в другом порядке будут идти по битам. Так. Ну, теперь возникает естественный вопрос. А вот я говорю, что я могу прибавить маску, я могу переставить биты. А можно ли с помощью таких двух операций выразить третью, циклический сдвиг всех кодов? Это, я думаю, уже вопрос ко всем, даже к тем, кто знает про коды Грея, потому что это не всегда обсуждается. Циклический сдвиг от перестановки, почему нельзя? Если мы умеем менять местами биты, то... Нет, я говорю другое, что циклически... Мы можем сдвинуть... Ну, грубо говоря, у нас в этой есть табличка. Мы можем переставлять биты, это значит переставлять колонки в табличке. А еще мы можем всю табличку сдвинуть циклически как строчки. Можно ли это реализовать как перестановку колонок плюс, соответственно, обращение некоторых колонок? Ну вот начнем с такого вопроса. Вот если мы переставим колонки в этой табличке, можно ли... И некоторые из них обратим. Можно ли понять, как мы переставили колонки? Ну, наверное, потому что колонки не
Никакие две не совпадают, даже если, ну, раздвоение колонки. Ну да. Никакие пары колонки. И то не очень. А можно ли в общем случае сказать, кстати, чем как отличать колонки между собой? Как быстро понять, какая колонка какая? Какая максимальная длина последовательно идущих одинаковых знаков? Правильно. Действительно, каждая колонка, первая колонка переключается ровно два раза, 0, 0, 1 и 1, 0. Вторая колонка переключается 4 раза, третья колонка переключается 8 раз и так далее. И да, вот последняя колонка уже действительно переключается весьма часто. Это действительно так. Поэтому мы всегда можем вернуть перестановку колонок. Ну а теперь на самом деле циклический сдвиг. Да, теперь мы заметим, что если мы сдвинем не на половину размера таблицы, то по первой колонке, которую мы уже восстановили, мы можем понять, где к таблице делится пополам, потому что она переключается ровно два раза, и это позволяет нам отсеять сдвиги. Таким образом, у нас есть сдвиги, обращение колонок и перестановки колонок, и это все разные операции. Ну, там, я могу, конечно, спросить, а правда ли, что эти операции задают там, все возможные коды Грея? Ну, это... Но на самом деле тяжелый вопрос. Да. На самом деле нет. И поэтому еще одна табличка. Что это за табличка? Иногда людей огорчает, что у нас имеется одна колонка, которая переключается редко, и какая-то колонка, которая переключается все время. И хотелось бы более равномерного. Ну там, я не знаю, если у нас это вот опять же та самая ситуация, несинхронизированные каналы, если у нас имеется стандартное применение кода Грея, у нас имеется что-то вращающееся, на котором имеются проводящие зоны на дорожках и непроводящие. И каждое переключение, это поджатый пружинкой контакт, соскакивает с проводящей дорожки или на нее заходит. И хотелось бы, чтобы износ был одинаковый. Ну, просто потому что удобнее, когда у нас всегда одна дорожка изнашивается, а другая как новенькая, это обидно, неэффективно там. А вот хотелось бы износа одинакового. И вот имеется для четырех, код Грея с таким, с равномерными переключениями. В том смысле, что в каждой колонке одинаковое количество переключений. И как мы уже обсуждали, что если у нас имеется обращение и сдвиги колонок, и перестановки колонок, мы все равно можем найти первую, потому что она реже переключается, то поэтому это принципиально другой код. Ну и там нетрудно видеть, что это нельзя обобщить на произвольное n. Хотя бы потому, что переключение 2 в степени n. И поэтому если у нас 5 битов, то 32 переключения на 5 делится очень плохо поровну. И поэтому у нас гарантированно не может быть полностью равномерного. Но есть коды, которые для любой длины бывают коды, у которых все-таки близко к равномерному распределены переключения. Но строить их в общем случае уже несколько сложнее. Можно вопрос, пожалуйста? Да. А если длина слова сама степень двойки, то делиться будет всегда. Можно ли тут в общем случае что-то сделать? Честно сказать, навскидку не помню. Не помню, есть ли. Вот, по-моему, нет. То есть простого способа, совсем простого, наверное, нету. А навскидку не помню, надо будет посмотреть. Тем более, что так сложилось, что у компьютера слова имеют длину степени двойки. Ну, это правда. Ну да, это правда, конечно. Ну, нет, я так навскидку. Да, это я не уверен. Скорее всего, можно, но. Но как-то быстро объяснить, я, наверное, не помню. Но надо посмотреть, наверное, даже. И если найду что-нибудь, что можно разумно объяснить, то я, наверное, в следующий раз это даже расскажу. А если нет, то скажу хотя бы, что я найду. Так. Можно вопрос? Да. Правда ли, что тут некоторые коды повторяются с правой колонки? Вот, например, вторая строчка и строчка, которая переводит в одни единички. Последние. Да, они одинаковые. Там еще есть 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0
Нет, это я печатал. Нет, это я печатал. Еще 1.0.1.1. Третья и пятая снизу. Черт. Черт. Да, это я копировал, поворачивая табличку, и я печатался. Не знаю, может быть, она умеет. Может быть, у меня на самом деле правильный список генетики. До этого же было нормально. Слайд для этого. Нет, слайд для этого. Слайд для этого он был в простой конструкции, которую я провернул. А это я копировал, и мне надо было по дороге повернуть табличку. Сейчас, может быть, у меня есть что-нибудь на эту тему. Ай. Нет, это не то. Ну а давайте, кстати, действительно. Грей код юниформ. Вот где это. Так. Так, сейчас. Разве что не нравится. Да. Так, можно посмотреть. Тут, может быть, оно и не идется. Ох. Так. Да, это я, похоже, действительно масштабно пропокланил. Бывает. Так. Нет, может быть, так быстро это не найдется. То есть, да, похоже, так совсем бесплодно это быстро не нашлось. Так, здесь все-таки не так надежно ловит. О, ладно, тогда я действительно попробую в следующий раз аккуратно повернуть эту табличку. Более аккуратно повернуть табличку. Да, неудачно. Ну так вот, да. Но на самом деле, честное слово, там этот код на самом деле-то существует, если его не пробакланить, то с ним все хорошо. А, да. Так. Ну, и в принципе, когда я говорю вот сейчас, что мы сколько-то читаем, что мы сколько-то читаем и сколько-то пишем, то вот про что я, наверное, буду рассказывать в следующий раз, это как вокруг всего, что вокруг всего этого. Но для кода Грея, когда у меня получается, ну давайте возьмем сумму всего по модулю 2, и то вроде бы понятно, что если я хочу буквально стандартный код Грея, а не какие-то вариации, то совершенно очевидно, что здесь я никуда не денусь. Мне нужна сумма всех битов по модулю 2. Я никуда не денусь прочитать все биты. Что бы это ни значило, мне важны все биты. А с другой стороны, совершенно очевидно, что если у меня каждый раз меняется один бит, то, наверное, я и спешу один бит. Я уже прочитал все. Я знаю, куда мне писать. И поэтому не так важно определение. Но так же, как на самом деле в разных задачах, вот, что когда имеется там алгоритм Евклида, ну, понятно, что делать, понятно, как делать. И понятно, что оно как-то вот позволяет решать линейные диофантовые уравнения, скажем. И это никто не спрашивает, а что значит позволяет решать? Вот есть способ. А когда, с другой стороны, был задан вопрос, а можно ли решать нелинейные диофантовые уравнения? И 10-я проблема Гильберта, и, соответственно, вот конструкция, которую закончил Матиасевич, показав, что действительно хватает просто вот нелинейных диофантовых уравнений без возведения, без экспонента и так далее, то получается уже, что надо аккуратно говорить, а что значит способ и так далее. Но здесь понятно, что я не могу оптимизировать слишком хорошо, понятно, что делать, поэтому не важно, что такое способ. А если я захочу дать нижнюю оценку, если я хочу сказать, хорошо, это вот плохой код Грея, а если код Грея, когда я могу прочитать не все, и все равно увеличить, прочитав не все биты. Понятно, что с этим не получится, мне отчетность нужна, но с другим-то может и получиться. Ну, с одной стороны, это неизвестно, можно ли или нельзя в общем случае. С другой стороны, для чего-нибудь слишком маленького этого заведомо сделать нельзя, просто потому, что это следует из разных полных переборов, которые реально проведены. А с третьей стороны, здесь уже важно все-таки, чтобы это доказывать, и даже чтобы сделать полный перебор и определить, что вообще мы перебираем, здесь уже нужно будет дать определение, а что значит прочитать не все биты. В общем, как-то становится сложно. Я, кстати, когда готовился, я решил, хорошо, в общем случае вот это там нижняя оценка, что нельзя прочитать слишком мало битов, если у нас нету лишних, что как раз это, про это счет вслепую, это как раз то, что я рассказывал на конференции, понятно, это что-то новое, относительно новое.
Но там, и действительно, типа, я рассказывал это на конференции неделю назад как новый результат. А с другой стороны, ну для кодов Грея, где у меня ограничение ровно один бит менять. Ну ясно же, что это более простой случай. И, наверное, я сейчас быстренько найду нижнюю оценку. А вот нету нижней оценки, и лучше, чем в общем случае. Поэтому это я просто, когда уже буду рассказывать общую нижнюю оценку, тогда это же и есть лучшее, что известно про коды Грея, то есть надо прочитать половину битов. Гарантированно надо прочитать половину битов, и я не знаю, как прочитать не все. То есть имеется такой зазор. Ну, вы поймете, что это еще и маленький зазор для этой задачи. Раньше было хуже. Раньше надо было прочитать алгоритм, а известно было, как прочитать только все сразу. Ну так вот, так, поэтому и как мы будем определять. Давайте действительно так дам определение просто, как мы будем определять, что значит прочитать не все. А в следующий раз, ну, я еще раз повторю это определение и расскажу немножко про вещи, связанные с этим определением, ну там в смежных областях тоже про принятие решений. Что? А вот я сейчас отдам определение, и станет понятно, что это конечный, ну, грубо говоря, это конечный объект, который можно коротко закодировать, и дальше можно просто грубой силой поставить компьютер, перебирать все комбинации и, ну, там, и подождать, пока он совершит ошибку. Так, это двоичная, ну, там, у нас имеется строка из нулей и единиц, и нам надо принять решение, что мы меняем. И, ну, там, ну, для кода Грея вообще легко, нам надо принять решение просто, вот мы меняем вот этот бит. Хорошо, и мы говорим тогда, а что мы можем сделать? Мы можем прочитать какой-нибудь бит. И разумеется, если мы заранее говорим, в каком порядке мы читаем биты, мы должны прочитать все. Потому что, ну, каждый бит надо хотя бы иногда читать, потому что иначе было бы очень странно. А если мы каждый бит хотя бы иногда читаем, и мы не можем менять то, какие биты мы читаем на лету, то, наверное, мы всегда читаем все. Поэтому нам нужно что-то, что позволяет нам менять свое решение, какие биты мы читаем, в зависимости от того, что мы прочитали. Ну, то есть, что мы увидели в битах, которые прочитали. И, то есть, это так называемые, то есть, нам адаптивные алгоритмы, когда мы все-таки на ходу выясняем, какие вопросы нам нужны. То есть, и это описывается бинарным деревом разрешения. То есть, что это такое? Вот у нас имеется корень, и мы говорим, читаем третий бит. Раз мы можем перейти в ноль, можем найти ноль, можем найти один. И в зависимости от того, попали мы в ноль или один, мы можем, допустим, здесь прочитать, читаем бит номер ноль, а здесь читаем бит номер два. И опять что-нибудь там в зависимости от. Ну и в какой-то момент мы уже достигли листа, когда мы не хотим больше ничего читать. И мы здесь что-нибудь там говорим, что, там, я не знаю. Там. Мы что-то там почитали и решили, что мы хотим в нулевой бит поставить единичку. То есть у нас имеется дерево, в котором во внутренних вершинах мы говорим, какой бит мы сейчас хотим прочитать. А в листьях мы говорим, что мы хотим сделать. То есть, какая отсюда последует организационная информация. И можно, ну, то есть, в принципе, можно по-разному описывать модели принятия решений. Можно говорить, что у нас имеется программа, у которой есть операция прочитать бит и так далее. Но в этой ситуации перебирать становится мучительно, потому что программа может быть сколь угодно длинной, и действительно, как вы вот спрашиваете, а как мы вообще перебираем, и когда мы останавливаемся. Но если у нас имеется небольшая длина,
то мы просто говорим, ну а давайте просто переберем все прогоны и посмотрим на бинарное дерево решений. И вот этот объект уже ясно, что можно перебирать. Потому что там вот в этой вершине, ну, можно спросить только, какой бит мы читаем. Там, в принципе, если мы хотим дожить до того, когда программа даст ответ, то мы, наверное, хотим сказать, что в корне мы всегда читаем один и тот же бит, потому что иначе просто переставим биты. Ну и так далее. И так, глубина дерева не может быть больше, чем количество битов. Потому что когда мы уже прочитали все, ну как-то странно было бы еще читать что-то по второму разу. Мы же ищем оптимальный способ, а не какой-нибудь. И поэтому это позволяет нам перебрать все возможные варианты вообще. И что мы поэтому можем сделать? На самом деле вот такие вот бинарные деревья решений перебраны до какого-то там размера, ну там я не знаю, кажется, до размера где-то в районе 5. И уж для кодов Грея это точно. Может быть, для кодов Грея даже до 6. Но беда заключается в том, ну вот понятно, что у нас их количество растет там достаточно быстро и как бы не дважды экспоненциально. Потому что у нас размер каждого дерева уже экспонент. И в каждом месте у нас есть хоть какой-то выбор. И таким образом у нас получается 2 в степени 2 в степени n, что, собственно, из-за этого переборы заканчиваются где-то на 5 или 6. Но, с другой стороны, это уже конкретный конечный объект, который полностью описывает механизм принятия решений, который можно полным перебором проверить на то, описывает он код Грея или описывает он вообще код. Ну, в том смысле, что мы перечисляем все значения. Или нет, их можно перебирать грубой силой, их можно изучать теоретически и давать какие-то там нижние оценки, и вообще с ними можно как-то работать. И видно, что в принципе это применимо в зависимости от того, что мы пишем в листьях, это применимо не только к нашей задаче про коды Грея или к задаче вообще про счетчики. Но это применимо и к чему-нибудь, и в общем случае, когда у нас имеется набор битов, и мы хотим принять какое-то решение, и хотим принять его быстрее, то опять же получается то же самое. Мы можем написать двоичное дерево решения и изучить его свойства и его размер. Так, ну, на этом месте я, наверное, даже там, нарушу складывающуюся нехорошую традицию школы, что всякое занятие заканчивается строго позже, чем должно было быть. Я, наверное, скажу, что в данном месте, если я начну что-нибудь говорить, то я затяну занятие, и поэтому я лучше остановлюсь, а в следующий раз уже буду рассказывать про двоичные деревья разрешения и как их можно немножко ужимать и так далее.